Продолжаем разбор подключения нашей камеры. Так, батарейка или аккумулятор на GoPro 1180 миллиампер часов. Этот 1240 миллиампер часов. То есть этот мощнее. Итак, что надо сделать? Надо совместить, как там они сказали, надо совместить линии запорный рычажок. Где у нас запорный рычажок? Ё-моё. Запорный рычажок. Вот он. Это вот он рычажок. Стрелка на стрелок на видеокамере, батарея на блоке. Так, стрелки тут. Ага, стрелка, вот она. Раз. И стрелка такая же должна быть на батарее. На батарее. Здесь, значит, нету. А вот она, маленькая стрелочка, да? Значит, маленькая стрелочка. И почему-то вот так. Насколько я понял. На батарее. Ладно, начнем пробовать. То есть это должно тогда идти согласно всему этому прочему. Таким вот образом сюда. Сюда надавиться. Надавиться. А что такое? Надавиться и подсоединиться. Если так, стрелочка, стрелочка, тут тогда не совмещаются стрелки, если так. Нет. Вот уж действительно, все относительно, точно. Стрелки тут по-другому работают. Мне сбила вот эта стрелка, вот она, стрелка какая-то. С этой, то есть, вот эта вот стрелочка, вот она. Она должна быть совмещена. Вот она с этой стрелочкой. Тогда все заскакивает так, как положено. Как положено. То есть, вот таким вот образом это все идет. Раз. Вот. Надавливаем сюда. И все идет легко и просто. Так, далее мы должны это все опять-таки закрыть. Таким вот образом совместили. Совместили. Опа, надавили. Угу. Все.
это открыли, это закрыли. То есть вот мы ее закрыли. Так, включаем. Нажимаем на эту кнопочку. Вот на эту кнопочку нажимаем. Опачки. О! Ха-ха! Камера заработала. И теперь тут должно идти настройка часов. Далее. Настройка. Далее настройка всякой всячины. И можно будет все это снимать. Так, ладно, мы ее сейчас пока выключим. ЧМТ. О! Однако! Здесь у нас нажали, то же самое у нас выскочилось. И мы начинаем настраивать. То есть теперь надо настроить эту камеру. Ну, это уже будем говорить другие вещи. Этим мы заниматься будем в другое время. Так что удалось нам настроить всю эту фигню-мигню. И будем снимать в 4К. К-к-к. Так. Можно дальше пойти, как это все настроить. Так, подготовка к эксплуатации. Съемка, настройка. Создание фильма. Название основных частей, метка, объектив, крышка. Тут, кстати, не указано, что это Carl Zeiss. Zeiss. Вот она меточка. Zeiss. Carl Zeiss знаменитые. Линзы от Carl Zeiss. Это что такое у нас? Стерео. Звук пишется в стерео. Zeiss и здесь. 4К здесь. Sony здесь, ну и так далее. А здесь что такое у нас? MicroSD вставляется, это мы уже знаем. Sony здесь, какой-то логотип еще, вот меню. FDR X300R, R-пульт. Ладно. Ставим это все в бокс, совместим кнопки, сюда раз, так, что у нас должно быть, это так должно быть, а это мы должны как-то натянуть, чтобы плотно зашло, ага, вот так натягивается. И опачки, защелкнули. Ну, вот это мы даем. То есть, камера должна снимать с плоской линзой. Ну, сейчас мы ее настроим на лирический лад. И тропинкой звездной уйду в звездопад. И она отзовется. Не люблю читать, но тут надо поработать.
Итак, что необходимо для съемки привлекательных фильмов с помощью от видеокамер? Первое, подготовка к эксплуатации, вроде как сделали. Второе, съемка, третье, настройка. Подключение к смартфону, создание фильма. Проверка главных элементов. Видеокамера, подводный бокс. Кабель микро, USB 1, микро. Перезаряжаемый батарейный блок. Все-таки есть перезаряжаемый батарейный блок. Где он? Потому что это я купил отдельно. Перезаряжаемый батарейный блок. NBX. Фиксатор крепления. Руководство начало работу. Данный документ справочник. Название основных частей. Первое. Кнопка включения. Дистанционный приемник, инфракрасное излучение только для этого двигателя. Это второй, второй. Это вот. Вот это он. Так. Кнопки меню. Кнопка меню третья. Кнопка меню вот она, третья. Панель дисплея вот она. Кнопка up-down, пятая вот она. Up-down. Лампа REC, шестое. Это где-то она вот там. REC. Кнопка REC, кнопка Enter, открытие меню, REC. Седьмое. Седьмое вот она, кнопка красная, ясно, понятно. Индикатор. REC LIVE, восьмое. Где это у нас? Восьмое, восьмое, а вот он. Так, метка N. Метка N9. Вот это N, что это такое, не знаю, что за метка. Десятое, объектив, вот он. Одиннадцатое, динамик, это там. Двенадцатое, микрофоны, да, здесь. Крышка батарейного отсека, 13, вот она. 14 датчик GPS, 14 датчик GPS, вот это вот. Да. Так, 15. Крышка разъема HDMI, а вот разъем мультимикро USB, гнездо микрофона, то есть это все вот здесь вот. Вот. Лампа REC, 16. Лампа REC, это вот она. Вот эта тусочка вот такая. 17 запорный рычажок, это мы уже знаем, вот он. Крышка отсека для карты памяти. 18. Это вот. Под этим. Ставили батарейку. Эксплуатация. Заряд батареи. Сейчас пока выключим. Сдвиньте запорный рычажок вниз, чтобы открыть крышку батарейного отсека. Затем вставьте батарейный блок. Блок. Мы уже ставим. Совместить направление стрелка на видеокамере. Батарейный блок и запорный рычажок. Есть. Нужно закрутить крышку, затем сдвинешь, запомнишь широкий вверх для блокировки. Ну, будем использовать вот эту штучку для зарядки. Я взял два аккумулятора для того, чтобы снимать и переставлять. Убедитесь, что не видно желтая метка на запорной рычажке. Помните, была желтая метка. Так, откройте крышку разъема, затем подключите выключенную камеру к включенному компьютеру с помощью камеры микро USB открывается. То есть вот она открывается. Индикатор зарядка. Кабель, индикатор зарядка. Зарядка. Это будет руты. Это короче отнимется, и там будет пистолет. Включить индикатор зарядка, а желтым во время зарядки. Крышка разъема. Так, далее, смотрим, что здесь. Включить фонарь. Установка карты памяти. Установил. Номер стикмена, значит, карта памяти, как и бывает. Как это уже слышите в камере. Страна с надписями, карты микроэзды, которые были. Страна с контактами. Номер стик микро 2. Значит, на камеру Sony и все, вот она. Класс 3, класс 10, high speed, как раз вот этой камеры. Карты памяти. Класс 4 скорости или выше, или класс 1 скорости. Или выше. Ну, как раз. UHS1 класс, скорость 1. Или выше. У меня ее АС-1, 3, скорость 3, объем. Так, карта памяти отвечающая, всем следующим техническим характеристикам, 4 гига свободного места и более. SD10 класса, 10 класс. Скорости класс 10, класс 10, вот он. Или если класс, скорость 1, то есть вот, маркировочка и вот, маркировочка и выше. Карта памяти класса скорости 3, необходимо представить, если со скоростью 100 мегабит в секунду или выше, только для модели FDR-X300. Так, у меня модель как раз, она и есть. FDR-X300. То есть как раз вот она. Карта у нас. Класс 3. Скорость, все это есть. Есть, вот это. Примечание. Работа со всеми картами памяти. Не родились для рабочего. Установка часов. Примем включение камеры с помощью кнопки. Включим, выключим.
ждали. Отобразите данные, насколько минимум переходит на летнее время, на 2 минуты, нажмите кнопку «Up», выбрали элемент, нажмите «Enter» для выполнения команды. Enter. Меню. Enter. Correct. Enter. Вот он. Совет кнопки «Даты времени», переходит на летнее время, также появляется после сброса настроек. На YouTube, если не получил, то не надо здесь включить. Документ из вашего руководства, вот руководство, вот руководство. Да, какой-то он у нас приучил. Нажмите кнопку «Меню», зачем выберете моды, режим съемки. А, для камеры. А вот через эту кнопку не знаю, соответственно, настройки. Съемка. Режим съемки. Так, установка в часы. Ну, давайте попробуем сделать спутал. Включаем. Поехали нас. Сиди, решил нас, ладно. Плюс-минус. Пойдем вниз. Минус 1, минус 2, 3, 3, 4, 4. GMT. Да. Классно. Кстати, посмотрим, что это за GMT. У нас на время. Масса, акция, получите. Это прикопку от 1000 рублей. Один бонус, 1 рубль. Понял, бонусами забросали, ё-моё. Так, время. Часы, время. Время, на что надо назвать таймер, режим сна, мировые часы. Мировые часы сегодня. Какой у нас пояс? Право, рывенчу. 19:58. Таймер, секундомер, будильник. Sony, Money. GMT плюс-минус. Какой же у нас GMT? Ладно, смотрим. Изменить мировые часы. Ладно. Что нам надо? GMT Москва. Вы здесь хотите отправить, то отменить что-то такое. Сидим, снимаем. Поиск веб-сайта. Что тут такое у нас? Ага, это Википедия. Что-то Максим Горький. Установить. Так. Итак, что нам надо? GMT. Что такое GMT? Это что-то там у нас по гривенчу. GMT. GMT. Москва. Так, GMT Москва. Найти. Так, поиск. Разница между GMT. Время GMT России. Greenwich Mean Time. Читать еще. А, часовой пояс надо установить. GMT Россия. К примеру, часовой пояс в Москве. GMT плюс 3. Ага, нашли. Это хорошо. Плюс 3. Значит, нажимаем. Раз, два, три. Есть. И опачки, есть. Так. Дальше что нам надо настроить? Так. Так, дальше что у нас это будет? Меню. Вернуться меню. Нажимаем. Так, дальше что у нас?
меню. Все. Это все. Так быстро мы настроили это. Что больше нам ничего не надо. Дальше. Все. Ну-ка. Вырубаем. Ну, и что? Дальше. А, сбрасывает. Раз, два, три. Так. Где мы... ага, это у нас день, месяц, год. День, месяц, год. Ну давай, день. Так, у нас сегодня 29 марта. 29. Нажмем. О, пошел. Куда денется? 29. Опачки. Март 3. Оп. 3. Так, и у нас 18. Угу. Есть, да? Что, часы теперь? Часы установка. 20. Двадцать часов. 20 часов. Опачки, есть. Сколько минут? 3 минуты. Раз, два, три. Отлично. Опа, есть. Окей. Да? Окей. Так. Что это он тут нам фигачит? Сохраняет, что ли? Тарабадам, дам, дай, дам, дам, дам. Тарабадай. Тарабадай. Что бы это значило? Аккумуляторик у нас разряжен. Надо будет подзарядить. А, что он ищет? Он, может, ищет камеру. Камеру включим. Так, это они тут соединяются. Ага. О! Видали? Видали, как тут это соединилось по блютузу. Так, МП показан, так, сяк. Показывает. Это хорошо. Непонятно вот это вот, что обозначает. А, это фото. А, я из-за своей слепости не вижу. Что я думаю, что это 2005 год показывает? Нет, это он показывает время. 20.05. Ну, все нормально. На 8 часов 47 минут, МП3 30 кадров,
дрожание, все это там такое, все это такое. Сейчас будем дальше настраивать. Ха-ха. Однако зрение, видите, подводит. Смотреть надо. Так-с. Мы их поставим даже на себя. Видите как? Что это такое у нас? Батарейка стоит либо там, либо здесь. Она у нас не заряжена. Или, скорее всего, здесь. Вот еще какая-то батарейка.